Приветствую, друзья! Вы на канале Галчинка DIY, и сегодня я хочу рассказать вам, как сделать вот такую вот замечательную новогоднюю поделочку, машинку со светящейся елкой и подарками. Практически все основные материалы я покупала в магазине Fix Price. Будем делать, так сказать, переделку. И такая поделочка, конечно же, не будет бить по карману. Внутри машинки, помимо всего, можно положить записочки с пожеланиями, что станет приятным дополнением в новогоднюю ночь. Для начала сделаем подарки. Для этого я взяла полимерную глину и начинаю ровненько со всех сторон придавливать, чтобы получились кубики. Все достаточно просто. Справится с этим даже ребенок. Однако, если вы никогда не работали с глиной, вы можете то же самое проделать с фольгой и потом обернуть ее упаковочной бумагой. Я выбрала вариант с полимерной глины. У меня остается достаточно много цветных кусочков, поэтому очень бюджетно делать такие подарочки именно из остатков от других поделок полимерной глины. Для того, чтобы сделать красивый бантик, я раскатала глину другого цвета, достаточно тонко. Поддеваем ее и разрезаем на тонкие полосочки. Подарочки у нас небольшие, поэтому и полосочки должны быть тоненькие, чтобы красиво легли на наши подарки. Теперь просто этими отрезанными полосочками обворачиваем наш подарок. Все очень легко, делается достаточно быстро. Лишнее обрезаем. И вот у нас получился нарядный подарочек. Красиво запакованная коробочка. Теперь остается сделать бантик. Для этого также понадобится тонко раскатанная глина, порезанная на полосочки. Посмотрите, какой замечательный подарочек, яркий получился. Для бантика делаем еще более тонкие полоски. И теперь с одного края прищипываем, загибаем необходимого размера ленточку и так делаем по кругу. Из обрезка добавляем еще немного ленты для бантика. Сворачиваем капельки и придавливаем их в основании нашего подарочка. И вот что в итоге получилось. Посмотрите, какой пышный бант на красивом подарочке. Подарков сделаем несколько. Разных по размеру, форме, квадратные, прямоугольные. И добавим немного блеска. Для этого я взяла поталь и готовый кубик просто завернула в поталь. Так как она очень сильно липнет к рукам, я постаралась посторонними предметами отжать по кубику поталь, чтобы на руках меньше осталось ее. Стряхиваем излишки.
И вот такой золотистый кубик получился. Теперь также добавляем ленточек и бантик. Теперь дело за машинкой. Как я и говорила, такую машинку я купила в Фикспрессе. Ее будем использовать в качестве основного декора. Елочку я приобретала в Ашане, она стоит тоже достаточно бюджетно. Была она намного больше, 18 сантиметров в длину. Мне пришлось ее укоротить. Получилась вот такая вот малышка милая, которую будем клеить. А для того, чтобы елочка наша заиграла всеми огнями, также берем гирлянду из Фикспрайса. Чем она мне понравилась? Она, во-первых, на батарейках легко заменить, а во-вторых, очень-очень маленькие капелюшечки, которые аккуратно будут смотреть на такой маленькой елочке. Гирлянда это очень аккуратная и красиво светится. Помимо золотистых всполохов, на ней имеются еще и сердечки, которые также отбрасывают свет. Заворачиваем гирлянду вокруг елочки. Лучше делать это с включенной гирляндой, чтобы посмотреть, как распределяется гирлянда на елке. Вот такая вот елочка светящаяся. Посмотрите, как красиво смотрится. У нас получилось. Дело остается за подарками. Пока я украшала елочку, подарочки мои уже запеклись. Вот такие вот красивые они получились. Паталь, кстати, не обугливается в духовке, так что можете смело с ней запекать. И теперь остается все это украсить. Елку мы не будем клеить, чтобы пышность веток не испортить. Поэтому приклеиваем к крышке машинки веревку и будем ее привязывать. Укладываем елочку и привязываем веревкой аккуратненько, чтобы ничего не помять. Лучше завязать на два узла, наверняка что было, и лишнее все обрезаем. Теперь елочка не свалится. Выбираем сторону для подарков. И туда приклеиваем при помощи горячего клея подарки.
посмотреть. Как здорово. Но чего-то не хватает. Елка у нас все-таки праздничная. Значит, нужно добавить еще и украшение на саму елочку. Берем мелкие бусинки и приклеиваем. Я взяла бусинки двух цветов под жемчуг, перламутровые и темно-красные для контраста. Такая елочка, такая машинка с елочкой прекрасно украсит собой новогодний стол. А внутрь, как я уже и говорила, можно положить записочки с пожеланиями, которые принесут удачу в новом году. Если же у вас большая пышная елка, то, сделав петельку и приклеив крышечку машинки, можно спокойно повесить ее на елку, и она будет светиться, переливаться с другими игрушками на елке. В общем, вариантов, как использовать такую машинку, уйма. И кроме всего прочего, ее можно просто подарить своим близким, которая будет напоминать, что сделана она вами с любовью. Со всех сторон приклеиваем игрушки наши из бусинок. Смотрите, какая замечательная елочка получилась. Теперь я еще немного решила добавить патали на основании елочки. Прошлась горячим клеем и просто прилепила паталь. Остатки я убрала при помощи кисточки и пальцев. Посмотрите, какое чудо получилось. Вот так, за 30 минут мы сделали с вами замечательную поделочку к Новому году, которая порадует своей красотой и новогодний стол, и елку, и даже самых близких нам людей. С наступающим вас Новым годом! Спасибо за внимание и до встречи!